Вроде кукапу. Роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот. Грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Около домика роботов припаркован фургон. А вот и роботы. Они выходят из своего домика с удочками и ведрами. Еще одно ведро. Роботы, вы собираетесь наловить много-много рыбы? Лопатка, ведра, маска, удочки. Вы собираетесь на море? Красный робот сигналит изо всех сил. Ему надоело ждать. Скорее кладите вещи в фургон. Поехали! Красный робот очень торопится. Осторожнее на поворотах. Припарковались. Вот море и лодка. Привет! Вы собрались на рыбалку? Отличная идея! Мы с вами! Лёва, запрыгивай! Ой-ой-ой! Капу перевернул лодку! Спасайтесь, роботы! Лягушка. Ой, к экскаватору прилипла кувшинка. Капу, ты похож на одноглазого пирата. Роботы очень злятся на Капу. Это не я, это лодка у вас. Неустойчивая. Точно, нужна такая, которая не перевернется. Катамаран. Правильно, Лёва. У катамарана два длинных поплавка, а посередине рама. Он устойчиво держится на воде. Лёва выгружает на землю детали катамарана. Это иллюминатор-робот. Круглое окошко. Положи его на место. Нам пора собирать катамаран. Эта перекладина будет соединять поплавки. А вот и они. Зеленый пол. Иллюминаторы. С одной стороны 4. А с другой 3? Одного не хватает. Вот он! Робот решил сделать из него летающую тарелку. Хулиган! Поставим иллюминатор на место. Желтая кабина. Стекло. Панель управления и штурвал. Выход на капитанский мостик. Крыша. Фиолетовое ограждение. И мачта. Спускаем катамаран на воду. Красный робот что-то ищет. Капитанскую фуражку. Точно! Робот хочет быть капитаном. А паруса мы забыли. Катамарану нужны паруса. Давайте выберем, какой цвет лучше всего подойдет. Белый, красный, черный. Выбирайте. Черный. Пиратский флаг. А давайте белый. Он будет меньше греться на солнце. Хорошо.
Хорошо. Машинки едут прикреплять к мачте паруса. Разматывай ткань, робот. Красиво! Теперь ехать на рыбалку могут все. Синий робот уже закинул удочку в море. Лови! Капут тоже ловит рыбу. А Лёва с грузиком играют в спасательные круги. Большая рыба! Помогайте! Капу, держись! Осторожнее! Катамаран не перевернулся. А вместо рыбы из воды вынырнуло бревно. Рыба! Наш капу и катамаран перевернет. Я не вижу. Кажется, нам нужно собрать спасательную вышку. И бинокль. Грузик и капу, роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот, грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Грузовичок Лёва. Это роботы. Представляешь, они решили устроить гонки на поле. Не догонишь. Ой! А вот и Лёва с друзьями. Здравствуйте, машинки. Будь здоров, грузик. Привет! Весело у вас. Гонки? Капу тоже хочет гоняться. Один, два, три, поехали! Роботы разгоняются, а Капу... Роботы. Хватит смеяться! Капу прав. Помогите ему подняться. Тяжело? Мы тебе поможем! Лёва и Грузик больше и сильнее роботов. Надо убрать с поля сена. Есть такой механизм – рулонный пресс-подборщик. Он собирает сено и скатывает его в большие рулоны. Вот детали! Давайте собирать! И мы сможем скатать сено в рулоны. Да, такие. Сначала соберем прессовую камеру. Здесь сено будет закручиваться в рулоны. Закрепим камеру на голубом шасси. В желтый подборщик вставим фиолетовый цилиндр с выступами. Цилиндр будет вращаться и собирать с поля сено. Поставим на место колеса. Хе-хе-хе.
крепление. И заднюю панель с фонариками. Все готово! Не все. Конечно, не все. Чего-то не хватает. Верно. Как пресс-подборщик поедет по полю? Роботу его не утащить. Нужна машина! Роботы показывают на капу? Ну уж нет! За мной! Привет! Поможешь нам выбрать машину? Легко! Самосвал не подойдет! И комбайн тоже. А уборочная машина? Не то. Лея наконец выбрала. Да! Трактор! Робот уже за рулем. Поехали на поле. Прикрепляем к трактору наш прицеп. Давай, синий робот, у тебя получится. Попробуешь еще раз. И... молодец. Все работает. Фиолетовый цилиндр собирает сено. А из прессовой камеры вылетают рулоны. Смотри, еще один покатился. Работа на поле закончена. Все сено собрали. Давайте играть. Ку-ку. Капу построил башню из сена. В прятки? Я буду искать. Один, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Роботы не успели спрятаться. Бабах! Веселые прятки получились. Грузик и Капу, роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот, грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Грузовичок Лёва и Капу едут очень быстро. У Капу в ковше пульт. Интересно, чем он управляет? Это же дрон! На дроне установлена камера, значит, можно делать фотографии. Улыбаемся. Здорово! Еще, еще, еще. Ой, кажется, дрон не слушается. Капу нажимает на разные кнопки, но квадрокоптер все равно опускается на землю. Надо было зарядить батарею. Ну, забыл я. Грузик прав. Квадрокоптеры, телефоны, планшеты нужно обязательно вовремя заряжать.
Сейчас зарядим. Капу ждет с нетерпением. Дрон уже зарядился. Давай еще подождем. А теперь можем пока поиграть в лодку. Она не летает. А знаете, что летает без пульта и без батарейки? И даже без мотора? Что? Воздушный шар! Давайте собирать воздушный шар! Отличная идея, машинки! Сегодня такие красивые облака! Да, и скоро мы к ним полетим! Лея и Лёва привезли детали воздушного шара. Начинаем собирать! Ко дну корзины прикрепим бортики, чтобы никто не выпал. Получилась гондола – место для пассажиров. Подвесная система. К желтым цилиндрам мы прикрепим сам воздушный шар. Металлическая рама. Капу, ты с нами? А? Две горелки. Горячий воздух поднимает шар в воздух. Мешочки с песком. Это балласт. Газовые баллоны. Они нужны, чтобы в горелках был огонь. Грузик, ты куда? Прочные цепи и сам шар, пока еще без воздуха, не надутый. Это для связи. Лея наденет наушники с микрофоном и будет с земли управлять воздушным шаром. Надо придумать ему название. И все немножко украсить. И запустить. Машинки поехали в магазин грузика за украшениями. Это ткань, ножницы и клей. Из ткани можно вырезать красивые фигуры и приклеить на воздушный шар. Что будем вырезать? Облака. У Лёвы солнышко, у Капу клякса. А я вырежу птичку и звезду. Ласточка. Капу, ты придумал название для воздушного шара. Давайте уже скорее надувать. Надувать воздушный шар нужно горячим воздухом. Осторожно, огонь опасен. Ага. Ветер задул огонь. Мы забыли прикрепить юбку. Зачем тебе юбка? Капу, это деталь воздушного шара, которая прикрывает горелку от ветра. Выберем ткань. Желтая слишком тонкая и легкая. Ой, улетела. Зеленая слишком толстая. А красная то, что надо. А? Смешной ты, Капу. Отличная юбка. Правильная юбка на месте. Можем взлетать. Горелка работает. Ура! Шар наполняется теплым воздухом. О! Какая красота! Не поцарапай, пожалуйста. А то будет как с батутом. Однажды экскаватор Капу неаккуратно прыгал на батуте и проткнул его ковшом. Пришлось чинить. Грузик, ты не полетишь? Я
буду фотографировать. Можно тогда я полетаю? Конечно! Воздушный шар «Ласточка», взлет разрешаю. Капу сбрасывает балласт. Шар поднимается в небо, а грузик поднимает в небо дрон. Пилот воздушного шара, как проходит полет? Супер! Шар поднялся очень высоко. Даже роботы его заметили. Они тоже хотят полетать. И, как всегда, спорят, кто полетит первым. Роботы, не ссорьтесь. Вы полетите следующими. Один робот, кажется, уже полетал. Улыбайтесь. Отличная фотография. Молодец, грузик. Хорошего полета. Грузик и Капу, роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот. Грузовичок Лёва детали везет. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Лёва! Капу! Вы где? О, что-то растет. Лее в кузов попал мячик. Интересно, кто играет в футбол? Привет! Бросай нам мяч! Поедем играть в другое место. Тут овощи пытаются вырасти. Смотри! Ой-ой, листики опускаются. Растениям не хватает воды. О, это не я! Не ты, Капу. Чтобы расти, овощам нужна вода. А дождя давно не было. А, жарко. Попробуйте полить грядки. Листочки сразу поднялись. Привет. Привет. Машинки, Лея нашла ваш мяч. Можете дальше играть в футбол. Лея, а ты не поедешь? Лея расстроилась из-за растений. Она осталась, чтобы за ними ухаживать. А вот роботам очень весело играть в футбол. Грузик, вратарь. Ох, даже стоять на воротах жарко. Сделайте перерыв. Пора охладиться. Капу привез мороженое. А Лея везет воду. Лея, давай к нам. Не могу. Занята. Вы что, не видите? Что ты делаешь? Я еду спасать овощи. Лея, с Лейкой. Тебе помочь? Сама справлюсь. Ой, играем дальше. Капу, осторожнее.
Лея поливает грядки из большой лейки. Опять закончилось. А поле такое большое. Нужно собрать поливальную машину. В ее цистерне можно привезти много воды. Кто-то хотел помочь? Поехали! Грузовичок Лёва привез детали поливальной машины. Соберем шасси. К длинной платформе прикрепим крылья. Это крепление для колес. Два колеса с одной стороны и два с другой. Кабина. Фонари. Двери. Цистерна для воды. Шланг. Разбрызгиватели для воды. Их нужно прикрепить с двух сторон машины. Всем роботам захотелось посмотреть, как работает поливальная машина. Ой, а разве не надо наполнить бак водой? Роботы, не ссорьтесь. Поехали к озеру! Тише, не расстраивайтесь. В следующий раз кто-нибудь из вас будет за рулем. Фиолетовый робот опускает шланг в воду. Наполняем цистерну. Готово! Машина приехала поливать огород. Смотри, вода льется, как будто из маленьких брызгалок. Как быстро можно поливать грядки! Молодец, робот! Все овощи полили! Только нам жарко! Вот бы нас кто-нибудь полил! У роботов идея! Водитель, разворачивай поливальную машину. Сейчас устроим автомойку. Как приятно, когда идет дождь в жаркий солнечный день. Смотрите! Радуга! О! Эй! Капу зовет играть в футбол. Отличная идея! Овощи полили, теперь можно играть всем вместе. Грузик и Капу. Роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот. Грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Это гараж экскаватора Капу. Интересно, что Капу собирается делать?
Лёва едет к экскаватору в гости. А роботы, похоже, спешат на рыбалку. О! Капу кладет в банку камни? Лёва очень удивился. Лёва? Ой, я тебя не заметил. Привет, Капу! Заезжай! Я хочу аквариум сделать. Вот зачем Капу камни, песок и банка. Мне кажется, рыбкам будет тут тесновато. А? А давай соберем большой аквариум. Огромный. Гигантский. Погнали! Это гараж Леи. Привет! Доброе утро! Куда это они? Машинки приехали на свалку. Они ищут стекла для стен аквариума. Капу! Я их нашел! Оп! Что такое, Лея? О, я за вас испугалась. Это... Вы разбили окно? Нет. Мы будем собирать аквариум. Можно с вами? Хорошо. Я за деталями. Лея уехала. А на свалку сразу же приехал грузик. Он не понимает, что происходит. Отлично! А грузик пусть грузит. Всем привет! А что грузить? Детали для аквариума. Лея покажет. Грузик поехал помогать Лее. Машинки справились очень быстро. Лея выгружает детали аквариума. Грузик медленно достает из кузова Левы стекла. Очень аккуратно, чтобы не разбить. Пора соединять детали. Сначала нужно собрать тумбочку, на которой будет стоять аквариум. Внутри желтая полочка. На ней кислородный компрессор. Рыбкам в воде нужен кислород, чтобы дышать. Дверки. Колеса. Дно аквариума, 4 уголка, стекла, голубая рамка, кормушка для рыб, лампа, песок и камни для украшения. Смотрите, что я привезла. Это лейка с водой. И я. А грузик привез ракушки. Как красиво.
Машинки везут тумбочку с аквариумом в гараж Капу. Рыбкам тут точно понравится! А где же рыбки? Смотрите, роботы вернулись с рыбалки. Не одолжите ли вы нам рыбок? Ой, роботы подумали, что грузик хочет их приготовить. Нет. Машинки запустят рыбок в аквариум. Давайте включим рыбкам свет. Очень красиво. А я бы еще ракушек бросила. Значит, нам пора на остров ракушек. Все поехали за ракушками. Только Капу остался наблюдать за своими рыбками. Грузик и Капу, роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать, колесо, мотор, капот. Грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. В этом домике живет Капу. Посмотрим, чем он занят. Экскаватор читает книгу рецептов. Здравствуй, Капу. Ты будешь готовить? Да. Не видно ничего. Из-за того, что в доме темно, Капу не может прочитать рецепт. Фонарик, с ним все видно. Мука, яйца. Ой, экскаватору неудобно одновременно держать фонарик и перелистывать страницы. Ой. А что ты готовишь, Капу? Пирожные. Лёва, привет! Ты едешь в гости? Да, Капу готовит сюрприз. Чай на столе. Ой, пирожное Капу больше похоже на подгорелое печенье. Ой, не переживай, надо попробовать. Странно, почему пирожные невкусные? Потому что я читала рецепт, было темно, не все видно. А фонарик? С ним неудобно. Надо было холодильником посветить. Лёва, поможешь Капу? Эй! Давай соберем лампу. Лёва придумал, как сделать так, чтобы в домике Капу всегда было светло. Он соберет настольную лампу. Капу включит свет, прочитает рецепт и приготовит вкусные пирожные. Я все нашел. И я. Интересно, что они делают? Чтобы узнать, чем заняты Капу и Лёва, Лея решила заглянуть в окно. Вот болтики и батарейки. Лёва и Капу собирают настольную лампу.
тяжелое основание. Прикрутим к нему детали болтиками и гайками, которые привез Капу. Соберем плафон. Прикрепим его на место. Вставим батарейки. Не забудем кнопку включения. Готово? Смотри, всем хочется знать, что происходит у Капу дома. Ой. Лампа не горит. Подожди, лампочки нет. Но я знаю, где ее взять. Заодно мусор выброшу. Хе-хей! Подглядывать, кажется, нехорошо. Да мы... не мы... Мы хотели помочь. Я привез лампочку. Да, грузик правду говорит. А роботы хотели мусор выкинуть. Правда, роботы? Роботы! Спасибо за помощь. Заезжайте. Капу, смотри! Да, ты не только лампочку нашел. Машинки, дайте Капу лампочку, чтобы он не расстраивался. Спасибо. Включай. Здорово. Давайте готовить. Как хорошо все видно. Мука. Яйцо. Нужно помешать. Робот слишком быстро. Формочки. Положим в них тесто. Ты куда? Робот, не нужно есть сырое тесто. Теперь надо подождать. Давайте пока помоем посуду. Я буду следить за пирожными, чтобы не сгорели. Готово! Как вкусно пахнет! Надо добавить крем. Готово! Какие красивые пирожные получились! Молодцы, машинки!